Так, у жены нет подруг, круг общения, интернет, лекции разных направлений, книги, определенной традиции нет. Моя традиция критикуется. Как неполноценная, как мне быть, как перерабатывать всю эту информацию? Ну, понимаете, основная причина того, почему женщина не любит религию мужа своего, заключается в том, что она думает или чувствует так, что религия мужа, она как бы отрывает мужа от реальности, от реальной жизни, от семьи. От семьи может, муж, может быть, и не думает, что отрывает, но жена этого боится. Ну, тем более, если эта религия нетрадиционная, так называемая, или еще что-то такое, да? Поэтому, чтобы такого опасения не возникало, муж должен, ну, как бы показывать жене, что его религия, она не делает его каким-то ограниченным там, в своих восприятиях, там, сектантом каким-то, она делает его успешным человеком, она помогает, точнее, ему, да, быть успешным во всех сферах жизни. Она дает ему возможность иметь позитивный взгляд на любой вопрос, ну, как бы здравый взгляд какой-то, да, то есть если женщина чувствует мудрость в словах мужа, которая, религия помогла ему стать мудрее, то она, ну, как бы ей сложнее будет выступать против религии. А если муж комплексует по поводу того, что жена, значит, такую позицию занимает, вместо того, чтобы вот работать над собой, да, то тем самым он усугубляет эту проблему. Поэтому старайтесь, пожалуйста, не поддаваться на эту провокацию. Вот.